Очень красивое место этот остров у нас, Лягомера. Оказался такой сочный немножко, яркий, зеленый. Сейчас посмотрим, что у нас вообще ждет. Островочки, но пока виды красивые, чарующие. Люди здесь фотографируют, очень много туристов, в том числе из России, не только из России, а из, скажем так, русскоговорящих, в общем, из разных стран. А это тот, да, вулкан, который? Это он, получается, да? Ничего себе. То есть это вот получается, откуда вулкан у нас выходит. На обалденные места. Это там, получается, Тенерифе же этот остров? Это он или нет, да? То есть с того острова наш этот не видно, точнее, этот Лягомера не видно, а с Лягомера... Это видно, если за эту сторону, если вот туда пробраться, ну как бы на другую сторону. А, с этой стороны? С той стороны. Да, понял. А если на эту сторону, то он очень хорошо видно. Понял. То есть получается, если так примерно грубо брать, наша деревня вообще с той стороны? Наша деревня вот вокруг немножко. За этим, да, за, да, на той стороне, да? Да, немножко. Ага, все понятно. Что-то непонятно пока, где мы выходим, но машина уже кидает. Сейчас толпа куда ломанется, в любом случае в эту сторону. Так, вон там у нас остров Тенерифе, это где мы сейчас живем в данный момент, в нашей деревушке. Атогу, которая называется. Вот, и вон тот, та гора, если мы все правильно понимаем, то это именно тот самый, с одной стороны ледник, и с другой стороны вулкан, который выбивает, ну, выбивает, это будет громко сказано, когда-то он выбил, в общем, или один раз, или несколько раз выбивал. Поэтому эти острова все такие вулканического типа. А вот этот остров Лягомера, насколько понимаю, он более такой зеленый, более такой чуть-чуть, даже не то что тропический, но покрытый какой-то зеленью какими-то. Ага. Если даст Бог, мы послезавтра туда поедем, на эту, да? На эту гору. Следующая экскурсия. Посмотрим. Что там творится? Так, друзья, пока выключаюсь. Смотрите обзор ТВ. Кстати, здесь камера такая, вещички происходят. Двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния. Thank you.